Добрый день, уважаемые гости! Приветствуем вас на программе «Страна профессий». Ребята, пройдет немного времени, и вам придется выбирать свой путь в жизни. И путь этот начинается с перекрестка, от которого расходятся не три, как в сказке, а 50 тысяч дорог. Именно столько сейчас существует профессий. Легко ли разобраться в этом многообразии и сделать свой выбор? Начиная такое важное дело, надо уметь оценивать свои возможности и способности и ответить на вопросы, что у меня лучше получится и кем я хочу стать. Профессия – это слово означает род трудовой деятельности, занятие, требующее определенной подготовки и являющееся обычно источником существования. Ребята, какие вы знаете профессии? Понятие профессии и должность. А что же такое должность? Должность – это трудовые обязанности человека, которые он выполняет, занимая определенное положение в штатной структуре предприятия или учреждения. Например, в школе работают учителя, но также в школе работают и директор, и зауч. Да? Они, это как бы для них это должности, но оставаясь они по профессии учителями. Мир очень быстро меняется. С появлением новых потребностей общества появляются новые технологии, рождающие новые профессии. На смену одним приходят другие. Давайте сегодня поговорим об этом. Сегодня на нашей программе присутствуют гости, которые расскажут и сделают свой правильный выбор. И мы хотим предоставить слово главной медсестре Центральной районной больницы Шемченко Дине Николаевне. Поприветствуем. Добрый день, я надеюсь, мои коллеги, добрый день присутствующие. Ну вот не прошло совсем, наверное, еще месяца, как мы встречались в библиотеке. Я вижу некоторых ребят, которые были там, и я думаю, что вам знакома моя тема. Коля уж на вопрос ведущих первым делом ответили, что врач, я буду вам рассказывать о особенности специальности медицинского работника. Специальность врач – одна из самых гуманных, благородных и необходимых профессий, и вместе с тем наиболее ответственная, требующая полной отдачи духовных и физических сил. Ну вот, кажется, высокопарные такие слова, но в эти слова вложена большая человеческая мудрость, потому что быть врачом или любым медработником очень это ответственная и тяжелая работа. Обязательно нужно идти к этому осмысленно. Во многих государственных медицинских академиях осуществляется обучение на следующих факультетах. Я вам расскажу, какие существуют факультеты, чтобы вы были ориентированы. Лечебный факультет, педиатрический факультет, стоматологический факультет, медико-профилактический факультет, фармацевтический, факультет высшего сестринского образования, медико-биологический, факультет клинической психологии. Это все факультеты, которые высшее образование дают. Лечебный факультет. Тот, кто решил стать врачом... Да, это мой. Тот, кто решил... Меня уже потеряли, видите? Тот, кто решил стать врачом-лечебником, должен быть безгранично предан своей специальности, обладая добрым сердцем, всегда готовым к самопожертвованию. Профессия врача-лечебника требует... А врачи общей практики – это семейные врачи, это универсальные врачи, которые обладают всеми спектрами действия, да, как говорится, широким спектром действия. Они у вас будут, они при рождении ребенка с вами, при рождении ваших детей с вами, и они полностью идут рука об руку, нога в ногу с вашей семьей. То есть постоянно они широкого... Они у вас и лор, и педиатры, и хирурги. Врачи-терапевты, вы знакомы с ними, врачи-хирурги различного профиля, то есть дальше я буду рассказывать, какие есть профили хирургов, врачи-акушеры-гинекологи, врачи скорой помощи и врачи других специальностей в области лечебного дела. Это офтальмологи, то есть врачи, которые лечат заболевания глаз, невропатологи, неврологические заболевания, психиатры, психические заболевания, дерматовенерологи, это заболевания кожи и венерологические, кардиологи, сердце, гематологи,
заболевания крови ЛОР, врачи, ОРВИ, инфекционисты, рентгенологи, сюда входят врачи УЗИ и томография, фтизиатры, это медицинские работники, лечащие туберкулез, пульмонологи, биологи, сюда же входят реаниматологи, наркологи, нефрологи. Вот врачи-терапевты, одной из основных медицинских специальностей является врач-терапевт. Терапия по праву считается матерью медицины. Врач-терапевт является специалистом по внутренним болезням. В его обязанность входит лечебная работа в стационаре, на врачебном участке и в поликлинике. То есть те врачи, которые сидят у вас на терапевтических участках и ведут рутинную работу внутренних болезней. Врачи-хирурги. Выпускники лечебного факультета, избравшие свою профессию хирургии, получают теоретические знания и практическое умение, навыки в этой сложной, ответственной и интересной специальности. Хирурга вы знаете, тоже врач-акушер-гинеколог. Профессия врача-акушера-гинеколога, помимо высокого профессионального мастерства, требует навыков как доброта, мягкость в обращении со своими пациентами, высокое чувство ответственности. Ведь врачу, гинекологу доверены две жизни – жизнь и здоровье матери и ребенка. Педиатрический факультет – это область медицины, изучающая физиологические особенности детского организма, потому что детский организм отличается от взрослого. Причины и механизмы развития детских болезней, разрабатывающие методы их распознания, лечения и профилактики. Выпускник педиатрического факультета, пройдя сложный и трудный путь обучения, должен стать не только специалистом высокой квалификации, но и человеком, обладающим качествами, свойственными только этой профессии. Это прежде всего любовь к детям, доброта, чуткость, отзывчивость, милосердие к больному ребенку. Потому что знаете, наверное, что не каждый ребеночек пойдет к любому человеку. И говорят, да, что дети в первую очередь чувствуют душу человека. Педиатрический факультет готовит педиатр общего профиля, педиатр-хирург, педиатр-эндокринолог, педиатр-гинеколог, педиатр-офтальмолог, педиатр-невропатолог, педиатр неотложной помощи и неонатолог. Существует стоматологический факультет. Он готовит врачей-стоматологов для практического здравоохранения. При 5-летнем сроке обучения студенты на протяжении первых 2 лет осваивают фундаментальные дисциплины, которые закладывают основы понимания болезни человека, в том числе и органов полости рта. 3-й год обучения предусматривает дальнейшее углубление знаний по общей и частной патологии, патогенетических основ болезней и принципов их лечения. А также с 3-го курса преподавание ведется на клинических кафедрах стоматологического профиля. Стоматологический факультет готовит специалистов. Терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология и детская стоматология. Соответственно, после окончания стоматологического факультета выпускник получает одну из следующих специальностей. Стоматолог общего профиля, стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, это челюстно-лицевая хирургия, стоматолог-ортопед и стоматолог детского профиля. Существует еще медико-профилактический факультет. Там готовят кадры в основном для службы санитарно-эпидемиологической службы. Но с этого года приостановлен выпуск врачей-эпидемиологов и статистов, потому что перебрали. Многие выпускники факультета являются организаторами здравоохранения, руководят территориальными управлениями здравоохранения, лечебными и профилактическими учреждениями. Основная задача специалиста медико-профилактического профиля – это организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний. Выходят оттуда врачи-эпидемиологи, врачи-гигиенисты, врачи клинической лабораторной диагностики, микробиологи, вирусологи, врачи-экологи. Существует фармацевтический факультет. Он осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием по специальности фармация. Квалификация специалиста – провизор. Объектом профессиональной деятельности провизора являются лекарственные средства, применяемые для лечения заболеваний, диагностики, профилактики, реабилитации и гигиены. Также при многих высших учебных медицинских заведениях существует факультет высшего сестринского образования. То есть сейчас идет преобразование сестринского процесса,
И впереди вот новаторство такое, что медицинская сестра должна быть высшего образования. На базе специального медицинского образования по окончании обучения выдается диплом высшем медицинском образовании по специальности сестринское дело с правом работать по следующим направлениям. То есть, если медсестра закончила высшее медицинское образование, она имеет право работать педагогическим преподавателем в средних медицинских образовательных учреждениях, то есть в медицинских колледжах. Клиническая. Они выходят оттуда руководители и специалисты центров профилактики, специализированных школ, астма, школа, диабет, специалисты центров отделений общей врачебной практики. И административно-управленческий. Руководитель дома сестринского ухода, хосписа, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом. Все вступительные экзамены и испытания на дневную форму обучения проводятся в виде экзаменов на основе примерных программ, разработанных Министерством образования РК. То есть есть гранты, существуют гранты, и там профилирующий предмет биология обучаться, в принципе, доступно. Что я хотела сказать по среднему сестринскому образованию. У нас существует медицинский колледж Кустанайский. Существует он уже с 1929 года, это огромное время. Вот находится он и готовит специалистов. Находится он по Баймагомедова 186. На дневную форму обучения на базе среднего образования после 11 классов принимаются студенты. Готовят специалистов сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, форма обучения бюджетная и договорная. Лечебное дело, то есть это фельдшера и акушеры, здесь только бюджетная форма обучения. Лабораторная диагностика тоже бюджетная форма обучения. Стоматология уже идет договорная форма обучения. И фармация идет договорная форма обучения. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Выпускники 2016 года принимаются по результатам ЕНТ. А предыдущих лет, кто позже, раньше выпустили, сдают комплексное тестирование. Все есть это на сайте comeco.kz, медицинский колледж Кустанайский. Всю информацию для абитуриентов и выпускников вы можете почерпнуть там. Спасибо за внимание. Мы продолжаем нашу программу, и для вас звучит музыкальный номер. Поет Азамат Валиханов. Тихо счастье завтрашнего дня прилетело крыльям из меня. Выбери меня, выбери меня. Счастья завтрашнего дня, сколько звезд на небе серебра. Завтра будет лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Гитара звенит, надежное сердце, любовь сохранит. Нет на свете танца без огня. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Лето, гитара звенит. Надежное сердце.
обозначились также и педагогические. Развитие педагогической профессии тесно связано с развитием общества. Первыми учителями были жрецы и шаманы. В Древней Греции философы, такие как Сократ, Платон, Аристотель. В Древнем Риме образованные чиновники, а в эпоху Средневековья – монахи. Первые университеты, дающие свидетельство о праве преподавать, появились в эпоху Средневековья, 1158 год, Болонья. С развитием производства в эпоху капитализма педагогическая профессия становится массовой, так как обществу необходимо все большее количество образованных людей. Появляются первые учительские институты. Германия, 1632 год, Россия, 1804 год. В России после социалистической революции 1917 года повсеместно открываются педагогические учебные заведения для подготовки грамотных педагогов. В стране шла ликвидация безграмотности. С переходом общества в информационную эпоху роль педагогической профессии изменилась. Учитель из транслятора знаний превратился в менеджера. Ну а более подробно о профессии педагога нам расскажет методист районного отдела образования Серикбаев Алибек Асубекович. Учащийся. Ну, к сожалению, как следует подготовиться, мне не хватило времени, так как под конец учебного года у районного отдела образования очень много работы, поэтому я ограничусь буквально небольшим кратким докладом. Ну, начнем с того, что профессия учителя, ну, так как вы учитесь в основном в школах, то наверняка знаете, что профессия учителя одна из самых уважаемых, самых востребованных профессий. В советские времена, допустим, профессия учителя считалась одной из самых престижных. Очень уважали учителей. Ну, в наше время, конечно, престиж немного утрачен, но все-таки носить профессию педагога в наше время можно считать гордостью. Сегодня профессия учителя очень хорошо востребован. Вот буквально недавно был составлен топ-10 в Казахстане самых востребованных профессий. Профессия учителя заняла первое место. Более 600 вакансий на данный момент в Казахстане требуется. Сейчас в Казахстане более 280 тысяч преподавателей. Большая половина новоиспеченных учителей поехала работать в сельские местности. Не секрет, что в любой профессии, в основном, почему выбирают профессии? По заработной плате. Учителя высшей категории на данный момент получают в сельской местности, если у них, допустим, есть ставка 18 часов в неделю, скажем, нужно проводить 3 урока в неделю. Средняя зарплата составляет 95 тысяч тенге. Средняя зарплата рядового преподавателя, у которого нет высшей категории, вот молодой специалист с высшим образованием пришел работать, он будет зарабатывать около 68 тысяч тенге на сегодняшний день. Также не секрет, что сельские преподаватели зарабатывают больше городских коллег на 25%. 25% сельская добавка. Также, помимо заработной платы, помимо собственной ставки, учителя зарабатывают за классное руководство, это около 30%, за проверку тетрадей, за заведование учебными кабинетами, углубленное преподавание предметов, за работу в режиме эксперимента, ну и в других порядках. Также не секрет, что многие казахстанские преподаватели свободно от работы время подрабатывают в качестве репетиторов. И по признанию учителей, за репетиторство можно тоже получить неплохие заработки. Ну что, у нас в области, можно сказать, только один вуз специализируется на подготовке специалистов в области образования. Это КГПИ, Костанайский государственный педагогический институт. На сегодняшний день в состав института входит, естественно, математический факультет, факультет иностранных языков, казахской и русской биологии, физической и религии искусств, факультет дистанционного обучения.
Также институт на постоянной основе сотрудничает с государственными общинами. Ну и наглядным примером такого сотрудничества является открытие казахско-французского культурного центра в 2007 году. Центр открыт на основе договора о сотрудничестве между отделом культуры и сотрудничества посольства Франции в Казахстане и КГПИ, подписанного в ноябре 2006 года. Ну, чтобы стать учителем, нужно быть нервно-психически устойчивым человеком. Также должно быть развито словесно-логическое мышление, хорошая память, способность к концентрации, распределению и переключению внимания, четкая и понятная устная речь, выносливость речи голосового аппарата, выносливость слухового анализатора, работоспособность. Также у казахстанских преподавателей, особенно в сельских местностях, имеется ряд льгот, которые может воспользоваться вне зависимости от стажа работы. Например, оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Это почти 2 месяца отпуска. Также возможность участвовать в государственных конкурсах, где предоставляются денежные средства. Бывает даже премии доходят до 2 миллионов тенге. Что можно сказать о нашем районе? В нашем районе работают более 480 специалистов. И вот буквально недавно состоялась ярмарка вакансий в Кустанае. И на основе ее можно сказать, что у нас в районе, вот в Денисовском районе, наблюдается нехватка преподавателей таких предметов, как казахский язык, иностранный язык, русский язык, математика, физика, география и так далее. Ну и очень много оказалось историков почему-то. Ну и помимо своей непосредственной работы, учитель ведет активный образ жизни. Есть возможность во многих школах заниматься разного рода спортивными занятиями, участвовать в каких-нибудь соревнованиях и так далее. Ну, на этом у меня все. Ребекка Асадбековича, продолжаю нашу программу, и для вас снова музыкальный номер. Для вас поет Жантурет Лендин. Oh,
профессии является одним из ответственных моментов, определяющий весь дальнейший жизненный путь человека. Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия оказывает влияние на все остальные сферы жизни. Чем удачнее сделан выбор, тем интереснее, насыщеннее и успешнее будет жизненный путь. Ну а мы продолжаем и хотим пригласить к микрофону Салафетова Анатолия Ивановича, руководителя Центра занятости Денисовского района. Добрый день, приглашенные, присутствующие. Я могу говорить, в отличие от моих, очень долго и много. Так что, если вопросы есть, и мы будем говорить о разных профессиях. Я сам заканчивал медицинский институт, и что такое медицина, я вполне понимаю, знаю. Поэтому, конечно, это две, вот раз перед вами два человека выступали, да? Конечно, это две, можно говорить, такие две профессии, которые всегда были уважаемы не только, ну, особенно, я вам скажу, это на селе. Я еще помню себя ребенком, когда даже летом, если ты встретишь где-то учителя, ну, знаете, как-то, или там, ну, такое чувство тревожное возникало в груди всегда, вот, а вдруг что-то не то сделал. Вот. Ну, медик это всегда пользовался, конечно, на селе большим уважением человек. Вот и раньше, допустим, даже в нашем районе, я скажу, когда мы в 81 году приехали сюда после окончания медицинского института, и здесь в районе у нас было, кроме вот этой нашей центральной районной больницы, где тогда было в то время более 200 коек, сейчас там что-то, по-моему, в пределах 50, и было еще 4 участковых больницы. Тоже где-то, допустим, путь коммунизма, да, там была участковая больница на 75 коек. Была участковая больница Батаринская на 25 коек. В Покровке была больница участковая, и была в Варшаве участковая больница. Вот эти вот, в этих, тогда будем говорить, совхозах были участковые больницы, где врачи работали. И даже бывало, что не один врач работал там. Ну, я не говорю о медсестрах, там, фельдшерах, а по два врача было. Ну, потом в 90-е годы в связи с оптимизацией. Сейчас вот осталась единственная центральная районная больница, где трудятся врачи. На сегодняшний день требуются туда, да, врачи. Особенно педиатры требуются, нет педиатров. Вот. Еще там ряд узких специалистов требуется. Но давайте начнем, опустимся немножко, так сказать, ближе к земле. Центр занятости, которым я руковожу, появился в 2011 году. И центры созданы во всех районных центрах и городах Республики Казахстан. С 2011 года, вот с июля месяца, они и созданы для того, чтобы снизить, будем так сказать, прямо безработицу в республике. Направление центров в настоящий момент имеется 3 направления. Это первое направление, это трудоустройство безработных граждан на, ну, будем говорить так, на проекты, которые реализуются в рамках государственных программ. Вот в этом году у нас по этому направлению будет производиться, в прошлом году ремонтировалась вторая школа, да, делался ремонт. Вот, на эту школу были выделены там определенные миллионы, ну, суть не в деньгах, а то, что на ремонт вот этих школ центр было направлено 38 человек, из числа именно безработных, которые в течение там 2 месяцев ремонт шел, 3 месяца шел, они работали там, безработные, ну, получали пусть небольшую, но там 35-40 тысяч зарплату, но все равно это было какое-то для них, так сказать, или вообще ничего не получать, или ходить работать. В этом году опять планируется ремонт второй школы, вот, будет проводиться там ремонт крыши, будет она облицовка делаться здания, вот, благоустройство территории. Вот на проведение этих работ будет опять направлено где-то 14 человек запланировано, из числа безработных будем туда направлять. Также направляем на ремонт, вот идет у нас строительство здесь канализации, туда тоже направляем людей из числа безработных, желающих работать. Это вот то, что касается одного из направлений. Ну, второе направление вам еще для него рановато. Это развитие предпринимательства, то есть любой человек, который не работает или является самозанятым, то есть
ну, занимается личным подсобным хозяйством, которое приносит ему какой-то доход, и вот, или у него открытое ИП, там или ТХ, он через центр занятости имеет право получить кредит на развитие своего дела, если оно у него есть, или на открытие какого-то либо своего личного дела. То есть, ну вот, женщины, я могу, мы уже 4 года занимаемся, но женщины берут, конечно, вот пару уже, наверное, женщин брали, открывают парикмахерские. Вот здесь брала женщина, открыла парикмахерскую, там возле больницы, брала, взяла кредит, открыла парикмахерскую, занимается своим делом теперь. Вот. Ну, в основном, в связи с тем, что наш район, будем говорить так, сельскохозяйственный, конечно, большинство берут кредиты на развитие, будем говорить так, животноводства. Вот. Кто-то КРС, кто-то лошадьми занимается, кто-то овцеводством, кто-то птицеводством. Берут кредиты и начинают заниматься, если он был безработный, он становится, так сказать, самозанятым, открывает ИП. Ну и третье направление, самое основное, то, что вас касается, это как раз вот сюда входит обучение, вот, переобучение, повышение квалификации, молодежная практика и социальные рабочие места. Начнем с обучения. Обучение уже вот третий год мы будем направлять на 10 месяцев. Раньше, вот в течение 2 лет, мы в 2011-2012 годах направляли на 2 года 10 месяцев в колледже, и они, наши выпускники, уже трудоустроены. Они обучались за счет, обучение проводится за счет государства. Вот. Ну, я понимаю, сейчас тут рассказывали, университеты, да, все это очень хорошо, но среди выпускников даже этого года возьмем, и среди вас дальше будет так же, не все не будут заканчивать, допустим, сдавать ЕНТ, да? Хотя сейчас много везде пишут, что ЕНТ будет пересматриваться, как он будет через 2-3 года, неизвестно. Ну, по крайней мере, вот сейчас ЕНТ же не все сдают, кто-то сдает экзамены, естественно, он будет поступать в колледжи, вот, и обучаться 3 года там, или 2, 10 там. Но у нас, мы сейчас учим 10 месяцев, и получает он специальность и такой же диплом, если бы он учился 2 года и 10 месяцев. Ничем не отличительно. И обучение производится бесплатно у нас, за счет государства. Но учим мы только рабочим специальностям. Если мы раньше учили там и выпускников этих учителей начальных классов, ветеринарных фельдшеров, вот, то теперь нет, только остались рабочие специальности. Но я не буду их перечислять, потому что очень много. Начнем с механизаторов, сварщиков, там, токарей и, в общем, экрановщиков. И механизм, ну, всех трактористов там. Я же в процессе перечень очень большой. Для ребят, ну и для девочек тоже, и кондитеры там, и парикмахеры, и модельеры, и швеи, в общем, большой выбор. Вот. Обучение, я же говорю, проводится всего 10 месяцев. С сентября, допустим, этого года мы будем набирать 10 человек, и в июне следующего года они заканчивают. Обучение. Значит, бесплатно платится, выплачивается стипендия и выплачивается небольшая сумма для того, чтобы человек мог снять квартиру, потому что общежитие в основном не предоставляет колледжи. Вот, поэтому мы выплачиваем квартирные, чтобы вы могли снять. Поэтому общая сумма где-то получается 37 тысяч, что вполне хватает, если там 15 тысяч вы платите за квартиру в основном, ну, вот остается вам еще 20 тысяч. Чтобы прожить. И выплачивается также проезд, если на 10-месячные курсы, то 4 раза в год. То есть вы едете в сентябре, мы оплачиваем, возвращаетесь после первой сессии, едете на второе полугодие и возвращаетесь обратно. То есть 4 раза, там, по 2 МРП, по-моему, оплачивается. Вот. Проезд, чтобы было... Ну, вообще, все это было предназначено в основном для лиц, которые, будем говорить так, из многодетных семей, малообеспеченных семей. Вот. Но в настоящее время, ну, бывает, если мы берем, допустим, 10 человек, мы не можем, допустим, найти подходящего контингента такого из малообеспеченного там семей. Ну, берем и, конечно, кто более-менее, так сказать, выбираем, кого можно кроме этих детей послать. Теперь еще один из нюансов, это начиная вот уже 2 года,
это обучение является дуальным. То есть руководитель какого-то предприятия, там, ТО, ТХ, которому требуется какой-то специалист, там, ну, работник, он выбирает у себя, будем сказать так, ТО, вместе, допустим, с акимом села, они же знают, кто там работает, кто не работает в селе, какие дети, там, молодежь. Вот, направляет нам, что им нужен, вот, допустим, вот такой-то специалист, вот этого парня мы вам даем, пожалуйста, направьте его на обучение. Вот, мы его направляем, и это ТО, или там руководитель предприятия, он является, дает гарантию в том, что после завершения обучения он его обязательно к себе трудоустроит. То есть уже, у него уже будет уверенность в том, что после окончания колледжа он вернется в свое хозяйство там, и на предприятии будет, уже для него будет работа. А так бывает, что он говорит, преподаватели, приходят нам преподаватели, вот он говорил выступающий, что дефицит, допустим, таких-то специальностей, таких-то там, да, но приходят, которые закончили наши студенты, бывшие наши жители, наши ребята, молодежь, приходят, у которых специальность они получили, но в нашем районе она не востребована, понимаете? Вот он историк, пришел он сюда, он хочет в своем районе жить, работать, но нет у него такой, вот вакансии такой нет. Вот у нас уже две девочки такие были историка. На сегодняшний день они работают, мы их устроили на молодежную практику, я расскажу, что это такое. И в настоящее время работают в архиве, им нравится. Вот. Поэтому, а здесь уже, если вас направляет ТО или там какое-то предприятие, для вас уже гарантия того, что вы после возвращения будете работать. И поэтому вот я скажу, что 5 лет назад у нас все ехали учиться на кого-то. Экономиста, юриста, вот, бухгалтеров. Потом их не хватало. Вернее, их, вот сейчас избыток был буквально 3 года. Мы не знали, куда их вообще устроить. Вот сейчас немножко как-то это перестроилось, и все ТО вот просят, сейчас везде не хватает механизаторов. Куда любое ТХ, любое ТО обратитесь, везде нужны механизаторы. И механизаторы, конечно, сейчас и техника, вы не сравните ту технику, которая была, и которая сейчас в комплексе ходят по полям. Поэтому здесь тоже, так сказать, нужно хорошие знания, чтобы, и никто вас не посадит, я понимаю, сразу, после 10-месячных курсов там, или 3-месячных на такой комплекс, дадут вам, естественно, какой-то вначале там старенький тракторишка, чтобы вы немножко научились и разобрались, что это такое вообще. А если у вас желание действительно работать в сельском хозяйстве и заниматься хлебоводством, работать хлеборобом, то надо будет, конечно, работать. Что скажу? Ну вот это 10-месячный курс, да? Я уже сказал, обучение и прочее. Есть еще у нас такая, как 3-месячные курсы, это повышение, вернее, ну, переобучение мы говорим на них. Это люди, которые имеют специальность, вот, допустим, вы, вот я не знаю, сейчас в школах, наверное, опять-то она есть, ввели, наверное, вот это, да, там, что водители раньше выпускали, или механизаторов. Есть такое дело, да, наверное? Нету, ну, по выступлению нашего президента, вы, наверное, все смотрели, слушали, да, что должно все это возвратиться, чтобы, он сказал так, чтобы 11 класс, который будет, будет там 12-летнее образование, молодой человек, который закончил школу, он должен выходить со школы, имея уже специальность рабочую, понимаете? То есть это все равно будет, будет или механизатором будет уже выходить, или водителями там, что будет, какое преподавание будет в школах. Но имея такую специальность, не каждый может, допустим, где-то туда устроиться, проблемы бывают. Поэтому есть такое у нас как переобучение, то есть курсы 3-месячные. Это мы направляем на 3 месяца при таких же условиях, о бесплатном обучении, проживании и прочих стипендии. Но через 3 месяца вы получаете другую рабочую специальность, которая именно востребована в данной местности. Теперь, ну, молодежная практика, это вообще, будем говорить так, очень удобно и хорошее подспорье для молодых выпускников этих колледжей, университетов. Вот они приходят к нам, и
Если, допустим, он только закончил, естественно, опыта работы у него никакого. И я вам скажу по сегодняшнему обучению студентов, они далеко-далеко отстают по выпускам, ну, допустим, там, 20-летней давности готовности, когда заканчивали. Поэтому мы направляем по заявке работодателей данного выпускника, направляем на предприятие на это, и он полгода, до полугода работает там под присмотром, будем говорить, там, рабочих, которые такие же специальности имеют. Через полгода, ну, оплату производит не работодатель, производит государство. Вот, то есть работодатель никаких затрат на вас не несет. Если он смотрит, видит, что вы стараетесь, что вы работаете хорошо, он вправе вам доплачивать. И затем после истечения срока, возможно, даже раньше, если вы себя зарекомендуете, он берет вас, оформляет на работу к себе. Если не оформляет, ну, по истечении полугода мы вместе с вами начинаем вам искать место работы. Вот. Оказываем содействие в вашем дальнейшем трудоустройстве. Это что касается молодежной практики. Ну, что эти, допустим, социальные рабочие места, ну, об этом вкратце скажу, что это работодатели дают нам заявочки, которые нужны какие-то, допустим, работники, по каким специальностям. Ну, вот мы направляем к ним, находим таких людей, направляем и оплачиваем помощь работодателю еще 35% от заработной платы. То есть, допустим, рабочие там заработная плата у него 50 тысяч, из них вот, там, около 20 тысяч оплачивают государство. То есть работодателю в этом отношении, конечно, выгодно. Вот поэтому такие вот у нас, в принципе, направления в центре занятости. И к нам, я вам скажу, приходит очень много людей. Ежегодно мы не меньше 400-500 вот, это приходят к нам жители нашего села и всех других сел, вот, которые ищут работу, которые хотят учиться, мы их направляем на учебу, затем туда устраиваем. Поэтому, пожалуйста, у вас, конечно, это еще впереди, но вот это 9 класс есть, да? Или нет 9? 8, 10. Ну, 8, 9 класс, понимаете, 9, после 9 класса, да, колледжи принимают. Вот, допустим, наш колледж после 9 класса берет на обучение. Но центр занятости 9 класс, это 9 классник, он закончил только 9 классов, и у него, посчитайте по возрасту, это что там, 15-16 лет, наверное, да, получается. Естественно, он 10 месяцев учился, ну, ему 17 лет, или 16 стало. На работу его никто не возьмет, потому что ему нет 18 лет. Поэтому мы направляем с 9 классами образование, если у него 9 классов. Но если ему уже действительно, ну пусть ему 17, пока он закончит, будет 18, чтобы мы его могли туда устроить. А такие люди есть, потому что кто-то в свое время окончил 9 классов, и все, дальше не стал учиться, и в общем-то и никакой специальности не получил, есть и такие. И они приходят, и мы вполне... Там бывает и 5 лет назад, и 10 лет было назад кончил, закончил школу. И в 50 лет мы отправляли на переобучение. Ничего, без проблем, они едут. 3 месяца обучаются, приезжают, работают кондитером, допустим, обучили женщину, у которой уже дети школу закончили, остались вдвоем, говорят, хочу получить специальность. Пожалуйста. Поехала, получила, работает кондитером. Поэтому государство, конечно, большие на все это по республике вкладываются очень большие средства на все это, потому что это все оплачивается за счет государства. Я вам единственное могу сказать, что, допустим, на социальные рабочие места 4 миллиона в год, на молодежную практику тоже мы 4 миллиона тратим в год. На вот 20 человек мы должны направить в этом году, на них выделено 4 миллиона, чтобы они пришли в молодежную практику. Ну, у меня, в общем, все, если вопросы есть. Ну, появится, когда школа ближе, тогда сейчас. Обязательно к вам подойду. Да, потом подойдет. Спасибо, Андрею Ивановичу. Для вас мы будем представлять номер. Айот Айжан Кинжанов. Встречайте.
свою программу и предлагаю вам небольшую конкурсную программу. Итак, первый конкурс называется «Анаграммы профессионалы». Сейчас троим участникам будут розданы листочки с заданием. На листочке написано слово. Вы должны из этого слова составить другое слово, которое означает профессию. Но мы тут подумали и решили, что это задание мы дадим нашим гостям, старшему поколению. Да, вот и по такому принципу вы должны будете составить слова, которые связаны с профессией. Ну, а остальные наши участники будут сейчас принимать участие в викторине. Догони, обгони, которая тоже связана с профессией. Я сейчас буду задавать вопросы, а вы будете отвечать на них. Кем были по профессии герои мультфильма «Чип и Дейл»? Только поднимайте руки. Руки давайте. Нет. Кем были по профессии? Чип и Дейл? Спасатели. Правильно. Только руки поднимайте, чтобы мы вам могли дать поощрительные призы. Кем по профессии был Стекляшкин в сказке «Незнайка на Луне»? Как иначе называют коллегу по работе? Как иначе называют коллегу по работе? Сотрудник. Человек, профессионально не умеющий говорить «нет», это? Человек, профессионально не умеющий говорить «нет». Связано с политикой. А, дипломат? Да. Как называется дрессировщик дельфинов в дельфинарии? Ребята, что он делает с дельфинами? Магично. Тренировщик. Тренер. Тренер. Вот. Ай, ноги рекламный. Первую женщину-летчицу. Кому разрешается поворачиваться спиной к королю? Кому разрешается поворачиваться спиной к королю? На чем раньше ездили короли? На лошадях. Да. Кучеру. Следующий наш конкурс называется «Он и она». Я буду называть профессию в женском роде. Например, она актриса, а он... И вы можете хором называть, да? Итак, он проводник, она проводница. Он учитель, она учительница. Она балерина, он балерин. Танцовщик. Она строитель, он строитель. Она укротительница, он укротитель. Она поэтесса, он поэт. Она певец, он певец, она певица. Он художник, она художница. Он электрик, она? Электрик. Он швея, она швея, он? Швея. Она швея, он? Рина название. Раньше кто в ней были швея? Полотной. Она водолаз, он? Тоже водолаз. Водолаз. Молодцы, справились с этим задать. Ну что ж, я думаю. Наши участники готовы? Называется? Слова, связанные с профессиями. Кого начнем? Итак, у нас были такие слова. Рвач, терка, кулон, травинка, кредитор, тома. Тома плюс голос, рис плюс пачка.
В результате получились такие профессии: врач, актер, клоун, антиквар, директор, стоматолог, скрипачка. Все верно. Так, это у нас отдел образования, так? Вы тут, наверное, вместе, да? Так, скрипачка. Да, то же самое. И еще один участник у нас. Врач-актер. Непонятно, тоже непонятно. Стоматолог, а тут директор нет, да? Директора у вас нет, антиквара у вас нет. Призорчики, давайте дальше поиграем с вами. Конкурс называется «Профессии и синонимы». Я буду называть профессию, а вы мне будете называть синоним. Например, сторож, охранник, воспитатель. Еще. Воспитатель. Наставник. Шофер. Водитель. Кочегар. Истопник. Голкипер, вратарь, парикмахер, цирюльник, каскадер, трюкач, солдат, боец. Сейчас мы вам будем называть известных людей, а вы должны сказать, какой, как бы, профессии они прославили себя. Итак, Альберт Эйнштейн. Руку только поднимайте. Физика, правильно. Казимир Малевич. В чем? Правильно. Вот, дайте, пожалуйста. Валерий Чкалов. Летчик, правильно, кто там сказал. Программист, лидерщик. Вот сюда еще один. Вот нашему гостю все равно. Иван Мичурин. Садовод и агроном, как лучше. Селекционер, ботаник. Чарли Чаплин. Так, по-моему, я уже вам сказал. Актер, да. Следующее. Михаил Калашников. Михаил Калашников, конструктор оружия, вот сквозь наш соцзащиты, то есть сидел за этим. Николай Спиховский, медик, да. Пьер Карден, девочки должны знать, Пьер Карден, знакома какая-то. Фамилия, имя знакомое. Модельер. Никто не угадал? Федор Шаляпин. Певец. Кто сказал? Учителя забирают. Николай Лобачевский. Математик, правильно. Сергей Рахманинов. Композитор. И Сергей Королев. Конструктор ракет. Так, ну что ж, наша конкурсная программа. Почти что активное участие. Ну что ж, хочется сказать заключение. В жизни не бывает легких дорог, мест для учебы. Все зависит от человека. Если сам человек хочет, все будет легко. Хочется пожелать будущим студентам терпения, большого желания учиться, уверенности и стремления. Ну а самое главное, мыслить позитивно. На этом наша программа завершена. Я думаю, что вы каждый для себя что-то от нее взял. Благодарим всех за внимание и за участие. До новых встреч!